Здарова, дорогие мои, с вами Катя Юрич Топкин, и сегодня вместе с Петровичем у нас прикольное шоу в GTA 5 под названием «Спуски без тормозов». Бонжорно, жизнь. Вообще, ребята, у меня много рубрик по спускам, это данная спуск по дуге. Смысл посмотреть, как хорошо тормозят машины двигателем, может быть, и по социальной. Короче, ребята, смотрите, есть машины, которые хорошо тормозят, первый пошел, а есть машины, которые, наоборот, едут по накату, и именно такие нам нужно найти, потому что, ребята, мы можем добраться до конца, гол ворота дает 400. Баллов. Так, ну что ж, давай, прекращай летать, достаем тачки, ребята, из рандома. И первая тачка, на которой поедут, какой-то Мерседес довольно-таки неплохой, на самом деле. Какая-то Ауди, которую я пока не вижу. Пока грузится тачка, ребята, напомню, что лайк и комментарий от вас приветствуются. Давайте наберем 1000 лайков, поддержите, ребята, канал. В общем-то, будем сейчас возрождать старые рубрики. Можете в комментариях, кстати, написать, что бы хотели увидеть. Так, а что за такая тачка у тебя? Лестница какая? Карьерная? Вверх только наоборот. Тоже социальная, только в обратку. Так, ладно. Мерседес? Не знаю, я только поехал. У меня слабенько. Ну, ты 150. Пропал у меня на сонаре, при этом у меня 718 на стрелках. Так, вот он ты появился. Ты где-то справее едешь, я так понимаю. Слушай, я тебя визуально не вижу, что странно вообще. Нихера, слушай, ты доехал до 720. По накатику-то неплохо дал. 800. Да, конечно. А, скорость 800? Да. А, у меня 75 баллов. Кстати, это для меня тоже очень хорошо, потому что обычно 60, ребята, баллов при такой скорости. У тебя 90 ровненько. Все хорошо, погнали, ребята, второй раунд. По нашим правилам, кто дальше спавнит 3 машины на следующий раунд? Гелик неплохо, может быть. 205. Угу. Ну, сюда есть шанс достать, как говорится, чит. У меня тоже, кстати, Брабус гелик 205. Значит, посмотри, если у тебя ничего не вылупится. Вылупилось что-то. Что не знаю. Так, кто ты такой? 249. Брабус 205. Давайте попробуем тачку быстрее, хотя это не всегда работает так, как хочется. Иногда гелики все-таки лучше. Но тот гелик, ребята, какие вроде такие. Не особо дальнобойные, так скажем. Эй, ты что бортуешься? Так. 700, 900, 1000. Ну, явно бодрее. 1100, 1150. Жестко, 650. Да кто-то меня просто обманул наглым образом. Вот так вот, ребята, 249 кобыл, но дохлых попалось. Это плохо. Ишаков. Может быть, кстати, и Ишаков. Может, один Ишак там сидит. Главное, что не я за рулем. Так, 65, 70, кстати. Ну, тоже по накатику неплохо. Тоже 75 с такой скоростью дерьмовой. Слушай, нихера, я 80 взял, даже лучше, чем в первом раунде. Прикинь, я по накату едет. 85. Прикинь, я 85 взял на этом ведре. Чего? Ты газуешь, что ли? Нет, катится до сих пор машина. Охренеть. И почти 90. 195, моя встанут, наверное. Да прикинь, я 90 взял по накату, охереть. Вот ей бы скорости под штукарь, я бы взял очень хорошо. Так, итого у тебя 195, 195, правильно? Да. Неплохо, ребята, на 105 баллов больше тебе в корзинку, в карман. Куда там собираешь, не знаю. Может, в ладошки просто. Так. Так, у тебя СЛС какая-то? Хонда или Акура даже. Акура такой себе. Мерседес. А вот это Мерседес, кстати, хороший. 256. Кривой Мерседес. По желанию берешь, либо удаляешь. У нас просто есть кривые хорошие тачки, поэтому... Шел на мыло, я так понимаю. Что там было-то? Не видел. Там семерка длинная была. А, понял. Ну, вот должно открыли. Вот это, кстати, вроде чинится. Хорошая BMW, да. Это хорошая BMW, да. Так, ну ты ее и берешь, СЛС, ребят, да. Там рядом не стоял, как говорится. Бэх, кстати, мощный. Он может и 300 взять, если это тот самый, о котором я думаю. Да, 394. У меня, типа, тоже очень хорошо под капотом, но... 396, да. Но-но-но-но-но. Ну, 1020. Я с правой стороны еду. Ну, неплохо. У меня хороший Мерседес, но это будет в лучшем случае 200, может, чуть больше. 1250. Да, да. Левее держись. Я думал только, что отыграю сейчас, но да, икса, как говорится, сказал, что не, нифига.
Вот будешь дальше или нет? Да, будешь, на сценарии появился, значит, догонишь. 185. Ну, я немного дальше тебя буду. Чух, со свистом. 195 и в лучшем случае 200, может быть, возьму. Хотя вряд ли, как ты, короче, в прошлом раунде. 195. 220. Так. 220. Ну, и того, если я там взял 90, то мне нужно отыграть уже чуть больше. 130. 125. Где-то. 35. Лучшая тачка сегодня. Ну, пока, кстати, не предел мечтаний машины. Ну, окей. Пускай будет так. Опять Mercedes SLS. И, кстати, тоже неплохой. Это что? Это херовина. Даже машина язык не повернется назвать. И вот так вот, ребят. Да. А что-то кривая. Да, она еще и кривая. Все верно. Хорош, хорош. А что это? Кадиллак. 248. Это не тот, конечно. Блин, SLS, ребята, неплохой. А вот Трезор я не помню, как ездил. Он быстрее, но я Трезор брать не буду. Я, наверное, все-таки возьму Мерс. Вот не помню, честно, ребята. Давно не снимали это шоу в таком количестве, чтобы каждую тачку помнить, как едет. А я очень сильно надеюсь, что у тебя Кадиллак, как у меня тачка, которая тоже была под капотом до хера. А толку ни хера. Дайтона. Вот, вспомнил, что там было. 700? 740? Да. И все? Ну, я хотел сказать чуть лучше, но стрелка даже чуть хуже. 740 у меня было. Блин, Трезор, я хз, ребят. Трезор, мне кажется, далеко бы не уехал. Я чуть дальше буду тебя, буквально. На Катюка там еду. Но это, ребята, погоду мне не делает никак. Единственный плюс от этой победы, то, что у меня три тачки на следующий раунд. Так, и 75... Ты прикинь, у меня говна херня, которая 600 разогнала, взяла 90, а ту тачка, которая быстрее, 70. Вообще не взяла. 75, незначительно. 5 рубасов. Даже на шоколадку не хватит. Так, вот это чудо удаляй. Так, Range Rover, полицейский. Кстати, 50-50. Да. Надо что-то... Чит. Ламба. Блядь, 206. Вот нахера. Чит это хорошо, но разгоню ли я его... И у меня выбора нету, потому что все остальное полное г. Так, номеров нету, как и нет спасения для этой машины, мне кажется. Давай хоть как-то. Блин, где я нахожусь? Понял. Понял. Я врезался в маленькую щель просто на переезде и отлетел назад. Давай, 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 газуй. 800. Я вижу, 800 это отлично, но у меня 800. Тут другие приколы. Так, я попробую, ребят, прижимную силу. Ребрят? Ребрят. Ребята, только как ребра. Блин, я не проеду. Я не проеду. Я даже на финише прыгнул. Короче, да, ребята, я первую попавшуюся тачку просто беру. Агера. Кстати, я под капот не смотрел, но может быть хорошая. 80. Чит бы, ребята, мог бы доехать до конца. Так, 85, правильно? Угу. Так, мой шанс отыгрываться. Это прям хорошо. 1150, ведь. Так, я правее еду. На, чуть тебя не сбил. Ты сбил меня. У меня нет. Я прям немножко успел в бок уйти. Кстати, лучшая тачка сегодня попалась. Это, ребята, Агера. 190, 200. Ну, 250, может быть, возьмет. Тоже скорость очень быстро теряется. Но это, как минимум, меня должно сравнять с тобой. Но не факт, что хватит этого. 255, 260. У тебя да, последняя тачка была 220, да? Не такое. Ну, что-то такое было. Ну, трактористы радоваться, скорее всего, не будут. Но я постараюсь их навестить. Так, 295 и, скорее всего, все. Да, скорее всего, все. Ну, лучшая тачка, как минимум, ребята, за все спуски. Но еще есть спуск 2, поэтому предлагаю пойти туда. Как говорится, меньше болтаем, больше делаем. Это считается. Да, акула. На самом деле неплохая акула. Но не по скорости, конечно, а вообще. Так. Второй не вижу. Как фанфарики. Пыжик. Пыжик. Так, у меня бэх.
КЗ-х какой. Тойота. Катер. Жизнь удалась уже. Это что? Я думал, это корвет, но это стандарт. Еще и вертолет свой собственный. И еще один бэх. Так, вертолет, стой. Не улетай. Так, 264. Это смотреть не буду. Ты кто? 181. Ну, КЗ. Живос 308 или 206? 206. Не знаю. 308 был у меня, я знаю, как он выглядит. Говен не разглядит, 308. Это 308? Не может быть, 206. Написано на шлинге 308. КЗ. 308 длиннее. Нихера ты едешь так. 740. Все. А почему быстрее меня тогда разогнал? 820 у меня было на стрелках. Ну, буквально по накатику. Дальше буду незначительно. И, ребята, возможно, это последний спуск, либо еще один сделаем. Хотя, наверное, еще один сделаем, потому что сейчас тормознем уже. Чтобы картина была побольше, поинтересней. А, у меня будет 100 плюс. У меня 85. Так, 100 плюс не будет. 95. 95, десятку команд. Финал! Финал, финал представления, ребята. Последний спуск, последние 5 тачек. 3 у меня, 2 у тебя. Вопросики. Херовина. Ой. Ой, ой, блядь, что за якорь дома? Не знаю. Даже гусь, типа. Он же коллизионный, прикинь. Да, да, это убирается в этих... в допах. Блин, братан, это херово, потому что у тебя охереть какая тачка, и она меня просто сейчас похоронит. У меня херовая Ригера. Это не та. Драгстер, ребята, уедет на 200 как минимум. А то и дальше. Пай. Пышься, пышься. Кстати, попалась ли моя бы, если чит Ригера, она бы взяла тоже сотку только. Читы старые, они по накату не особо ехали. 680, херовина, я с левой стороны еду еще. Я заодно поеду. Но у тебя очень хороший драгстер, он очень быстрый, он хорошо летает в высоту, он, ребята, до конца долетает, чтобы вы понимали. Тысячу... Так что и здесь он проедет далеко. 1500. Да, он очень хороший. Он до конца даже доедет. Ой, фух. Чуть тебя не сбил. Да, рядом пролетел со свистом. А, так, ну 70 у меня. Без проблем вообще. Он даже не Давай, теряет. Я к тебе прыгну. Еле-еле теряет. Ну, я верю, что он доедет. Да. Вот сейчас такой вот, ребята, трактор. Вот сейчас 1000 там. Да, да, ребята. И это финиш в конце, который приносит тебе победу уже безоговорочно, ребята. Потому что такое не бьется. Тем более в конце серии, понятное дело. А сейчас мы его добавим. Ну, а, ребята, мы с вами на этой ноте прощаемся. Вот такая вот рубрика, такое шоу. Лайк, комментарий. И пока-пока. Пока, надо.